Надену я свою шубейку, да попробую поискать, может, где найду. Да я тебя за ворот не выпущу! Погляди в окошко, какая метель! Нет, пойду. Замерзнешь в лесу! Ух, так вы сами в лес вступаете. Куда ж тебя дурить, верни матери, не жалко? Вот жалко, и голода жалко, а больше всего себя жалко. Не плачь, моя хорошенькая. Если сами идти не хотите и меня не пускаете, так пусть сестра сходит. Лезет Лаус. Ну что, метет? Как метет, еле до дома добралась. Тебе еще кое-куда надо сбегать. Далеко? В лес. Зачем? Я хвороста много привезла. На неделю хватит. Да не за хворостом, а за подснежниками. Какую юбу? Шутишь? Нет, ты что, про указ не слыхал? Нет. Тому, кто нынче подснежников корзину наберет, королева целую корзину золота обещала, да на санках позволит кататься. И шубку на седой лисе пожалует. Да где ж тут эти подснежники, ведь зима. Вот тебе корзина и ступает. Не пойду я. Будь по-вашему.
мама, что такое? Колечко. Колечко. Откуда оно у тебя? Стала его будить. Смотрю, на руке колечко. Ты схватила его. Стянула? Да. Ни одна на ночь внизу снежники собирала. Ни одна. Ну, не хлебни. А ну-ка, померяй. Новый год еще не наступил. Декабрь не кончился.